Произведение «Дастархан» является подлинным шедевром казахского натюрморта. Его основательница Айша Галимбаева, выпускница московского ВГИКа. Галимбаева сумела выявить и раскрыть собственную узнаваемую авторскую стилистику и привнесла в этот жанр подлинно национальные черты. Так возникает богатоубранный праздничный стол в ожидании гостей. Дастархан – символ казахского гостеприимства. В композиции преобладает ритм круглящихся форм. Баурсаки, хворост, элементы орнамента. Все отражает энергетику женщины, хозяйки уютного казахского дома. Открытые яркие цвета, орнаментальность, декоративность – все это отличительные черты авторского стиля Галимбаевой. Она колорист, безупречный, точно понимающий и чувствующий гармонию форм и цвета и умеющий раскрыть красоту даже самых обыденных, на первый взгляд, предметов. А насладиться этим произведением искусства можно не только в стенах нашего музея, но и на вашем экране The Frame. Коллекция искусства доступна теперь в Art Store. Все подробности на сайте Samsung.kz.